народа. Но при этом, кстати говоря, Америка страна иммигрантов. Она изначально страна иммигрантов. Но при этом есть там граждане. Все иммигранты. Все. Послушайте, ну, перестаньте кричать. Лавович, дайте договор. Вы принимайте валерьянку, когда идете куда-то. Да при чем есть валерьянка, так. Алла? У меня громкий голос, я как вы пищать не могу. За меня голосуют миллионы, вы знаете, за вас меня... никто не голосует. Я не советую вам не оскорблять, мне очень... Лавович, давайте в одежду сейчас оскорбляйте. А что же вы вас оскорбляете? При чем есть валерьянка? Алла, продолжайте, пожалуйста. Один в Израиль посылает, другая валерьянка. Лавович, мы вас не дадим в Израиль послать. Зачем вы сюда пришли? Посылают нас куда-то. В Израиль вас не примут, так что будьте спокойны. Да вот скажите этому товарищу с Кавказа. Да, понял уже. Я думаю, что да, там в Америке но граждане Америки. И все знают. Русские не могут быть русскими здесь, а нас он посылает в другие страны. Лайма. Я здесь родился, понял? Здесь моя земля. Ну, понимаете? Вот, а где Казахстан сейчас? Ну, почему вы из Казахстана? Почему же на юг? О, спроси меня, почему? Ну что, давили нас 50 лет назад еще. Да кто вас давит? Кто вас задавит, господи? Вас вы не задавишь никогда. Вы же там не жили, Алла, поживите. Поезжайте, господа, поживите на Кавказ, в Ал. Либо вы молчите, либо я ухожу. На НТВ сидите.